Это место всегда было многолюдным. Здесь был небольшой, как его называли, ленивый торжок, где шла бойкая торговля. И, кстати, те еще прежние жители Замоскворечья без труда могли объяснить, почему улица, на которой потом появилась станция, называется Пятницкой. На его месте стояла церковь Параскева Пятницы, середина 18 века постройки, и автором считается архитектор Ухтомский. В советские годы, естественно, церковь была разобрана, и впоследствии на ее месте появился известный нам вестибюль станции Новокузнецкая. Станцию метро открыли в 1943-м, когда война была в самом разгаре. И все же оформление Новокузнецкой хотели посвятить мирному времени. Стены отделали светлым мрамором, пол выстелили цветным гранитом, а в итоге зал стал похож на городскую аллею с фонарями и роскошными лавками. Поговаривали, что их привезли из взорванного храма Христа Спасителя. На самом деле никаких документальных подтверждений этому пока нет. Хотя действительно этот мрамор отличается от того, что на станции. Часть этих лавок выполнена с огромным мастерством. Какие огромные кресла в оформлении зазвучало. На барельефах появились эпизоды боевых действий, а на каждом из пилонов щиты с профилями великих русских полководцев. Особая гордость Новокузнецкой – 6 панно по эскизам Александра Дейнеки. Их изготовил Владимир Фролов, который до революции создавал мозаики для церквей Петербурга. Дни после их отправки в Москву Владимир Фролов умер от голода. Недавно на Новокузнецкой была установлена мемориальная доска в памяти художники. Стоит вспомнить и архитекторов этой станции метро. Супругов Таранова и... Я на Новокузнецкой. Смотрите, какие здесь потолки. И вот барельеф проходит.